дальше, покуда есть дела незавершенные. Думаю, что осталось всего парочка минут до Нового года. Все ли мы успеем сделать, ребят? Конечно! Тогда приступаем! Константину Козлову нужно сделать провинциальный трюк. Треху хил на вид. Ничего себе! Следующее задание для Александра Трифонова, я думаю, мы выполним, не отходя от кассы. Он очень хочет, чтобы вся команда КСС сказала: Трифон, топ! Парни, Алферьев Петечка очень хочет, чтобы Димочка Фазолов выполнил флэр вар-вар. Окей. Ну что ж, друзья, у нас оказывается Тёмочка Кравченко один трюк-то в 2019 году не сделал, о котором его как раз и просит К. Филиппов 328. ВИП на ВИП фронт-скут на бар. Залетел как надо. Надеюсь, и Барфин после бутерка бы так же ничего делает в исполнении Сани Дубровского. Его об этом просит Д. Соловьев 14. У меня подрекап на бары не получился, поэтому я сделал другой трюк. Семь випов флэт. Вы думаете, это трюк? Это на самом деле имя желающего увидеть, как Тимурчик будет делать Umbrella Bar. Собрали? Да, беги. Еще давай, Тимур! Звездный час Александр 15С. Он загадывает Руби Буби. Борт на крюкет на опыт трех. И также шустренько залетает задание к Ване от Максона 937. Б. Бартвист на бар. Будет оформлен. Тимский Райт 13 загадал вам по несколько випов. Тебе 4, а тебе 5. Хорошо. Сам Райан Вильямс желает, чтобы Вадим Попов сделал бар-спин на дизастер, куда делал он. Надо попасть. Жилтел-7 очень сильно хочет увидеть Степана в трусах, выполняющего флип-бар. В трусах? Что? Я думаю, мы выполним желание Ламы Лавсграсс. Нормальный парень явно сделает пятеру кэнди-бар. Стана! Стас постарался для ламы ура. А теперь постараемся мы. Мы будем делать трюки свои любимые в дорожке специально для вас. Погнали!
Задание тебе прилетело для Вани и Димы. Сделать по флипу это не просто, а через всю команду. Водите, у вас старика фаерочек сделаем на диван. Без проблем. Друзья мои младшие, а вы сможете поменяться самокатами в воздухе? Да без проблем. Давайте. А давайте. Тёмочка, нафиг ты это можешь? А вот еще и попку за спиной смоёшь? Предлагаю испытать Рубу-Бубу. Все прекрасно знают, что он умеет вип, но сможет ли он его сделать через диван? Сейчас все будет. Вот это задание Димончику Фазолову прилетело. Два флэера. Нет, ну, ладно, давай. Не, скучно. Помимо тонны желаний прилетело одно негодование. Почему же в нашей команде нет девочки? И мы, я думаю, это сейчас исправим. И кто же это у нас будет? Мне спасибо. Кому-то придется переодеться, парни? Вот парень. Я ухожу. Раз вы не можете решить сами, за нас. Это сделает вот это устройство. Не верю. Рыба-буба. Парня не было скучно, сейчас мы еще кое-кого нарядим в лосины и в топе. Ваня Селиванов! Задание получить тортиком в лицо. Это скорее. Костя! В 2020-й желаем вам как можно больше новых свершений. И море положительных эмоций. Крепкой дружбы. Любви. Больших широких досок. Везения. Новых достижений. Побольше новых трюков. Счастья. Амплитуды в катании. Прогресса. Больше выпало. Флипчиков и бобицов. С Новым годом!